Қайырлы күн, добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 8 мамыр, 8 мая 2024 год. Қазір мен Жетісу облысындамын, Қаратал ауданы. Үштөбе қаласынан Ескелді би деген елді мекенге жеттім. Добро пожаловать в населенный пункт Ескелді би. Заехал со стороны города Үштөбе. Здесь вот есть дорожное освещение, асфальтированная дорога, разметки есть. Также данная дорога является трассой между городами Талдықорған и Үштөбе. Здесь вот дома есть. Знак 60. Впереди есть знак 40. Лежачий. Пешеход. С левой стороны, видимо, какой-то канал протекает или речка. Здесь вот есть мост. Ух. Лежачий. Под 40 больно проезжать. Да, здесь надо как минимум 20 ехать. Так, в данном ауле я вижу, есть газовые трубы. Газ проведен. Есть пешеходные мосты через данную воду. Вот автомобильный мост даже есть через данную реку или воду. Здесь вот тоже есть камеры наблюдения. Это, видимо, медучреждение местное, медпункт или амбулатория. Есть направление на Қызылжар аула. Тоже там никогда не было. Радуга, Дукен, магазин. С левой стороны какая-то база техники. Для сельхозтехники. Иман, сауда торговый развлекательный. Тамаша. А вот и камеры вот такие висят, смотрите, прикольные. Так, это, оказывается, по улу идет как Жансугуров Кучеса. А так является трассой. Так, Рита Дукен тоже есть. И там рядом, кажется, видимо, школа находится. Местная мечеть с золотыми куполами. Вот. Так, еще вот такое здание есть отдельно стоящее. Не знаю, что это. С правой стороны тоже какое-то здание. Есть памятник. Водонапорная башня. И впереди уже вижу надпись «Конец населенного пункта Ескелді-би». Также я, когда сюда ехал, увидел по дороге, что есть направление на мавзолей Ескелді-би. Туда тоже обязательно хочу заехать. Вот, конец населенного пункта Ескелді-би. Так, на двери стрелка. Это что означает? С той стороны вход, походу. Ого, здесь прям рядом с Ескелді-би находится Кукдала аула. Есть знак. Странно, на карте посмотрел, никаких Кукдала аула здесь вблизи нет. Есть Кукдала аула, который находится в этом сельском округе. Но он находится, ну, прилично. Не знаю, сколько километров, но ехать однозначно надо. Не здесь он.
Есть вот такое вот здание, видимо, госучреждение. Перед ним есть памятник Ескельда-Би. Погода все так же ветреная. Старый памятник. Информация в интернете про Ескельда-Би. До 2000-х годов Дальний Восток, аул в Каратал ауданы Жетісу области, административный центр Ескельдинского сельского округа. Находится примерно в 4 километрах к юго-востоку от города Штөбе. Назван в честь бия Ескельде Жылгелдеулы. Проживает примерно 1424 человека по старым данным. 2009 года. Я подумал, что здесь акимат, оказывается, это товарищество с ограниченной ответственностью Уштобинске, село Ескельде. Вот так вот. Уштобе, жауапкершілігі, шектеулі серіктестігі. Это вот на его территории, получается, находится данный памятник. Здесь вот огорожен таким заборчиком. Ну, видимо, данное здание — это старое здание конторы. Такой, знаете, стандартный. Обычно в наше время сейчас в таких зданиях находятся сельские акиматы. А здесь получается действующее ТО. А здесь раньше видно, что дорога куда-то выходила. И походу здесь раньше было какое-то по соседству здание. Остался фундамент, какие-то кирпичи. Там вот туалет есть с левой стороны. Лестницы сохранились, дорога какая-то была, видите, и сейчас на данный момент пустырь. Вот, так что однозначно здесь что-то было. Не знаю, может быть клуб, может быть дом культуры. Видите, асфальтированная площадка есть здесь. Деревья вокруг высажены. Такое вот дело. А на той стороне, так понимаю, школа. Средняя школа с дошкольным мини-центром имени Рахимжана Кошкарбаева. И получается так, что данная трасса Талдыкорган-Үштөбе, она делит аул Ескельде-Би на двое. А вокруг Ескельде-Би многочисленные поля. Вот. Мне сказали, что здесь выращивают рис, сою, пшеницу. Даже, оказывается, выращивают арбуз. Такие вот дела. Может, получится чуть позже съездить на рисовое поле. Вот смотрите, я вот пришел отсюда, а здесь была раньше тропинка, видите? Это был тротуар, можно сказать. Асфальтированный, и он вел в сторону школы. Вот, здесь тоже раньше что-то было. Видите, фундаменты небольшие сохранились. Вон там на двери написано «Кошкельніңіздер». Там вот справа от школы находится детская площадка. А медпункт видели по трассе. Даже есть такие точки, место сбора при эвакуации. Рита Дукена, Ескельде, Казпочта. Там Маша. Так, вдоль дороги амбулатория, аптека вот, еще раз, да? И где-то рядом с амбулаторией находится акимат. Здесь вот есть направление на Қызылжар ауылы, 3 километра. Так, позади показывается акимат, но он что-то похоже на заброшенное здание. Это пункт полиции. Так. А, вот с этой стороны акимат, походу. Да, вот это заброшенное здание, с другой стороны акимат.
Қаратал ауданының Ескелді ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі. Да, прикольно, половина здания вот такое заброшенное, а часть здания используется как акимат. Заезд у них красивый. Не на всех улицах есть асфальт. Так, вот по этой улице есть асфальт. Слева вон там остается школа, получается. Так, вот еще одна улица, тоже не асфальтированная. Есть футбольное поле здесь, вот с левой стороны. А, эта дорога, видимо, до следующего аула идет, и все. Получается, мы из аула Ескелдеби выезжаем. Тут есть мост по аулу, то есть здесь рядом с аулом проходит вот канал Штобе, Штобинский канал. Очень большой. Ого, сюда заехал какой-то автобус. Какая-то развозка, видимо. С предприятия, видать. И в этой части тоже есть аул. Продолжение. Что-то по асфальту, асфальта и на этой стороне тоже не видать. А, видимо, это был единственный заезд, что ли, с той стороны. Здесь больше заездов не вижу. На ту часть аула не вижу заездов. Так, вроде как был же мост, помню. А вот мост, точно. Вроде он асфальтированный. Доступ до Кена есть в этой стороне. Так, вот асфальт. Здесь больше нет асфальта. Такая каменистая дорога просто. А впереди тоже нет асфальта. Интересно получается. По сути, по самому аулу только центральная улица асфальтирована, и все. Остальные улицы вот в таком состоянии. Дорожного освещения не вижу, тротуара нет. Газ есть. Вызов включился. Заехал на другую улицу, здесь тоже асфальта нет. Есть еще улица Абая, Шинхенмуна, Чехова, Гагарина, Интернациональная, Момушула, Садовая. Так, здесь тоже асфальта нет. Это улица, получается, Абая. Дальше есть еще Интернациональная. Так, сюда идут лошади, кажись. Предлагаю по Интернациональной обратно выехать.
на трассу. По-хорошему, конечно, здесь надо сверху смотреть. А так здесь в основном дома, частный сектор. Вот я вижу, тут ко мне идут ослики, лошади идут, коров вижу. Дороги пыльные. Вижу, объявления есть, дома продаются. Болашак кучеса. Да, наверное. Наверное, когда здесь идут дожди, дороги просто превращаются в бездорожье. Ну, в целом и сейчас это просто обычная полевая дорога. Неудивительно, что из аулов многие люди чаще всего переезжают в города. Там, где есть условия, дороги. А так, если бы создали бы условия здесь, то есть элементарно хотя бы дороги, чтобы... Человек, к примеру, да, он ездит на работу и до дома мог спокойно добраться по асфальту, да. Это уже элементарный комфорт. А здесь даже этого нет, к сожалению. Обалдеть, птица залетела в машину и вылетела в то окно. Хорошо, что окна были открыты. Впервые такое. Выехал вот на такую дорогу, каменистая. Но она, кстати, более-менее такая, знаете, ровная. Будто ее разровняли. Тоже неплохо в целом. Лучше, чем когда едешь туда-сюда, качаешься. Ну что ж, ладно, возвращаюсь на трассу и, наверное, уже будем выезжать из аула. Автомобильный мост, пешеходный мост. Ты что тут потерял на трассе? Наверное, тут летом в канале купаются люди.
Ескелдеби, Ауле Кесенесе. Поворот в сторону мавзолея Ескелдеби. Здесь прямо вдоль трассы находится. Вот здесь вот направо. Вот еще один указатель. Прям воронка образуется. Вот такой вот мост у мавзолея Ескелдеби. Официальный въезд с той стороны. Ескелдеби. Әкесі Жанғабыл бидің ұлы. Жыл келді анасы Төлебидің қызы Ұланбике. Новый мавзолей 2015 года. И здесь по соседству получается вот Етель Ерғожа ұлы. А позади здесь большое кладбище. Погода сегодня ветреная, с порывами. Он жасында Ескелді әкесі. Жыл келдіге еріп нағашы атасы Төлебиді Қазғұрттағы қонысына арнайы іздеп бар. Армысыз ата, таудан аққан бұлағым, жауға шапсам ұраным. Сыйынамында Аллаға өзіңді айтып тұрамын. Здесь стена большая, лучше, конечно, да приезжать лично. Очень хорошо сделали здесь. Будете в этих краях, обязательно по пути заедьте. Вот так, оказывается, выглядит рисовое поле затопленное. Вот, его уже, можно сказать, посадили, зацепили и говорят, что только к октябрю месяце, ну, короче, осенью будут собирать урожай. Вот, и там тоже рисовые поля. Возвращаюсь в Талдықорған. Тут совсем недалеко, ехать примерно минут 40. Талдықорған қаласы. Ух ты, как красиво отсюда Талдықорған открывается. Прям вид классный. Позади там снежные вершины. Вон там вот город Талдықорған. За ним холмы, холмы. А здесь впереди поля, леса. Классный вид.
7:35 выехал из города Талдыкорган. На выезде из города есть несколько АЗС. Есть там Синойл, Газпром, Гелиос и вот еще есть Royal Petrol. В 9:45 добрался до города Кунаев. За все эти дни проехал уже, получается, 991 километр. 10:15 добрался до Алматы. Получается, из Талдыкоргана за 2 часа 45 минут. За эти 3 дня и 2 ночи проехал 1043 километра. Вот такое вот путешествие. Последние 2-3 года частенько слышу, что Алматы вонючий город. Особо не обращал на это внимания, но как бы данные слова засели в голове. Я обращал внимание все же. И каждый раз после поездки куда-то за город, где свежий воздух, там смога нет, да, много машин нет, возвращаясь в город Алматы, я понимал, о чем люди говорили мне. И вправду, Алматы реально, ну, вонючий город. Прям воняет, вот чем-то воняет, знаете, неприятный такой запах. Но это буквально, знаете, вот, наверное, первые полчаса. А потом через полчаса уже где-то, если в центре города будете, уже привыкнете к этой вони. И в целом станет нормально. Такие вот дела. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.